Друзья, всем привет! В общем, сегодня открылся по охоте на водоплавающую. С утра в 6 часов приехал в деревню, сходил на свое проверенное место, добыл одну утку. Вот. Была возможность еще, но мне просто не надо пока. Вот. Сейчас, к сожалению, заснять не получилось, потому что забыл на грудь крепление, то есть самого ремешка не было. Поэтому сам процесс охоты не заснял. Но, как говорится, еще только начинается охота, так что еще будет время, будут видео, будут кадры. Вот у меня утка. Вот такая вот. Судя по клюву, клюв очень твердый. Это старая утка. Ну, сейчас, в общем, почистим ее. Почистим, опалим. И что-нибудь приготовим из нее. Нахожусь я у себя на даче. Вот. Будем сегодня работать. Доделывать будем карнизы, будем смотреть пчел, что там они принесли, не принесли у нас, будем забирать мед. В общем, ладно, ребят,